Две теплицы монтаж, павильоны 3 метра шириной, каждая 6 метров и 8 метров. Каркасы установлены, поликарбонат закрывается. Бока заанкерились, и Михаил Батькович пьет чай. Расскажи, пожалуйста, как тебе теплица в таких условиях? Теплица замечательная, фундамент просто подъем маленечко, а так все нормально, все по плану идет. Ну все, передай привет начальству. Всем зрителям, подписчикам канала «Уральская усадьба» привет. Сегодня у нас 15 октября 2017 года. Близится к завершению монтаж двух теплиц. Это два павильона шириной 3 метра, длиной 1,8, другой 6 метров. По торцам у нас установлены разрезные двери-форточки. Вот сейчас видим, идет монтаж покрытия дверного. Ну а теперь о теплице. Значит, каркас у нас сделан из профильной трубы 20 на 20, арки выполнены в виде ферм. Сама конструкция стоит на бетонном основании, закреплена с помощью анкеров. Поликарбонат толщиной 4 мм. 0,7 плотность. Также у нас имеется в одной теплице 3, в другой 2 коньковые фрамуги, расположены в шахматном порядке. Осталось на них поставить термоприводы. Также снизу у нас установлен уголок в качестве отлива. Установлен резиновый торцевой уплотнитель. И перфолента с торцевым профилем для защиты торцов поликарбоната по всему периметру установлен. Восьмиметровая теплица у нас покрыта поликарбонатом толщиной 4 мм, как я уже сказал. Шестиметровая имеет толщину поликарбоната 6 мм, то есть чуть потолще. Поплотнее, пожестче. У нас тоже две фрамуги. Сейчас поставим сюда термоприводы, обошьем двери, и конструкция готова. Ну вот, на этом и все. Если получится до темноты еще что-нибудь снять, обязательно снимем. Ну вот, успели еще снять небольшой сюжет. Одна теплица у нас полностью готова. Дверь зафиксирована крючком. Все коньковые фрамуги у нас с термоприводами. Осталось доделать одну дверь на другой теплице. Термоприводы на фрамуге установлены. Уральская усадьба представляет. Сегодня 15 октября 2017 года. Установлено два павильона, 3 на 6, 3 на 8. Покрытие у нас сотовый поликарбонат, 6 мм на одной премиум и 4 мм на 8-метровой. Сама теплица состоит. Дверь с форточкой разрезной. Арки у нас усиленные в виде фермы, соединены между собой. Также установлен каркас на фундамент бетонный, заякорен и отлив. Также имеется форточный блок фрамуга с термоприводами. При плюсовой температуре будет летом открываться. И другой половинки. Дальше переходим во вторую теплицу. Также имеется у нас здесь
покрытие 4 миллиметра. Перфолентой с профилем торцевым. Сверху, снизу. Дверка разрезная. Внутри у нас также усиленные арки в виде фирм. 20 на 21,5 толщина. Имеется 3 фрамуги. Также с термоприводами. Все по диагонали. Пружины, цепочки. Покрытие полимерно-порошковое. Светло-серый цвет. В другом торце также дверь цельная. И установлено все это на фундамент из бетона. Также отлив внутрь. Вот такая получилась теплица у нас. Две теплицы, два павильона. Шикарно выглядят. На таком хорошем гармонируют участки. Больное поле. И две теплицы. Также много имеется грядок. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока.